отшибе вселенной место лучших сделок на черном рынке. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта Целестиала! Проделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже. Как и лапша. Продолжаем с вами историю. Стражи Галактики. Этому точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Вероятно, он все время на связи с корпусом Нова. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку. Что они там делают? Задумали аферу. Команда называется... Прощайте, выхвостки! А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? Ты последним с ними говорил. Да, ракета был взбешен. О, веди себя прилично, пока нас нет. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся. Ну что ж, теперь мы только вдвоем остались с ним. Говорю же, мы давно знакомы, и он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. Насколько я знаю, здесь всего лишь один костюм. Разведчик М-класса. Это корабль опустошителей. Был когда-то. Я его позаимствовал. Ладно, не будем с ним болтать. Блин, реально, как Звездные войны пошли уже. А мне кажется, это добавляет шар. Не терпится увидеть разлом. Разлом? Какой разлом? Блин, офигеть. Ты имела дело с этим космосом? Мы снова вернулись к этой кличке? А как же ракеты и груз? В смысле, как же? Они ушли. Что мне делать? О? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Это твой совет? Извинению не обязательно быть искренним. А какой смысл? Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг... Тогда, может, и извинюсь. Ладно. Сообщим Космо о произошедшем, и потом у нас будет время подумать над тем, что делать с ракетой. Не оплатили... Боже, это не что вернется, такое? Нам нужно будет придумать, как избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили незаконно полученное. Мы можем выплатить штраф. Но тогда придется лететь на новый Ксандр. А что, если там произошло то же самое? Сколько здесь секретов можно найти, если так постараться? Возможно. Но Космо часто ведет дела с корпусом Нова. Может, он сможет помочь? Здесь где-то на смотровой площадке, я читал гайд, должен быть костюм. Вопрос. Какая смотровая площадка? Я подозреваю, что Грызун и его древесный спутник где-то пьют. Где бы он взял юнит? Бухают по-любому. Не думаю, что он стал бы платить. Так, все подтвердили. Мы пойдем в бар и поговорим. Блин, ну порт, конечно, гигантский. И где здесь мне смотровую площадку вообще искать? В этой главе всего один костюм. Только где он? Там ничего нету. И тут нельзя забраться. Не думала, что так соскучусь по забвению. Он даже меня не выгнал. Я думал, что-то произойдет плохое. Грузовой робот. Это, на удивление, глубокомысленно.
чего они там? Корабль здесь уже 40. Заметил вас. Давненько не встречал кораблей М-класса. С тех пор, как Йонду отошел от дел. Это после Стражей Галактики 2. Угу. Йонду отошел от дел. Интересно. Это когда он погиб уже, все, да? Это уже из-за Питера Квилла. Война всегда выдавливает бедных к границам. Галактическая война закончилась 12 витков назад, а мы все переживаем последствия. Раны заживают. Я просто не туда свернул. Вы нарушитель. И как нам найти Космо? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Привет, мне нужно поговорить с Космо. Он в башне? Должен быть. Вам туда. Прямо через рынок, там увидите. Офигеть то, что они не выгоняют нас. То есть они знают, значит они знакомы с нами. Так, ребят, погодите, я здесь все исследую сначала. Но я здесь вижу, ничего нету. Это не смотровая площадка? Ну, ладно, полетели дальше. Приятно будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. О, красиво. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури. Мы познакомились здесь, когда я был с опустошителем. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. Наши дурные поступки остались позади. Теперь мы хорошие. Точно. Герои по найму. Только нас не нанимают. Если повезет, Космо найдет нам задание. Следите за своими вещами. У этих чудаков очень быстрые руки, знаете. А на Земле тоже были предсказатели? Люди, утверждающие, что видят будущее, были. Я встречала таких намеренно. Карты знают все. Заплатите и узнайте прошлое или будущее. Ну, до свидания. Мне хватает и обычного что настоящего. Что с твоей заявкой в корпус снова? Извините, вы мне мешаете. Ваши планетарные чакры очень искривлены. Во время войны такие места были повсюду. Господи. Кстати, не смогли предсказать его гибель. Никто не предсказал того, что сделал Танос. Безумный Титан заплатит за все, какие-то что икринки. Его больше нет, поэтому война закончилась. Ты его приемная дочь, и ты в это веришь? Я тебя помню, друг Йонду, верно? Грозный Морт, да? Ну как мой эликсир помог решить твою проблему? Что? Впервые слышу об этом. Так. Но нас здесь знают, это видимо. Гамора! Эй! О! Мантис, что ты... Мантис? У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, и это та, что боялась работать в команде? Привет! Звездный рок? Или рок-звезда? Я Звездный Лорд. Точно! Я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? На какое дело она ссылается? Я не знаю. Здравствуй! С тобой мы не встречались? Я... О, нет! Нет, нет, нет! Этого не... О, бедный! Нет, он лжет! В смысле... О, в медь. Там, где растут катати, попранное обещание дома будет исправлено. Запомни. Мантис всегда была странной.
О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся, первый раз всегда так. Небесная Мадонна. О, вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. Ха, а когда не бывает брожения в галактике? Ладно. Ладно. Какие серьезные дети. Смотрите. Была рада повидаться, Гамора. Звездочет. Зеленый злюка. Пока-пока. Зеленый злюк. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Ты уклончива, женщина. Стоп. Женщина? Лучше ты меня еще не называл. Тебе не говорили, что ты как открытая книга? Но ведь в твердой обложке. Я про то, что Мантис кое-что говорил. Мантис много чего говорит. Обычно бред. Жукоглазка странная. Я понимаю твое нежелание ее обсуждать. Мантис странная, но она желает добра. Ну, мне так кажется. А, смотровая площадка. По-моему, она где-то здесь. Есть ли здесь Мантис? Интересно, мы ее с собой возьмем? А это был с жукоглазкой. Жрецы Памы. Просто чудо, что эта голова еще не развалилась. Ну, хороший KFC будущего. Фу, вот просто фу. Согласен с тобой. Что Мантис тебе сказала? Ничего важного. Твое Кстати, лицо бар... говорит... Значит, нам их сюда притащить? Опа. Нет необходимости. Как схватите цель, вас будет ждать транспорт. По рукам. Будем на связи. Уходим, Грут. У вас грандиозный план? Сдается мне, ты перепутал меня с кем-то. Да брось, ракета, давай поговорим. Нет, ну ты его слышал. Я есть Грут. Так и уйдешь. Ты нам нужен. О, классно. Я в вас не нуждаюсь. Так что поищи кого другого для починки своего корабля. Ты больше, чем... Я знаю, это делаю ложку из миллиона. Да ты еще кто? А знаешь, мы, пожалуй, задержимся на минутку. Я и помню, как ты дрался, Махлилия. С полуспущенными штанами. Готовься к бою. Всегда готов. Что за... Я не знаю, что все это значит. Мне казалось, что вы друзья, Фитер. Или ты забыла обо мне? Ну так, а что нам выбрать? Что? Что? Нет, нет. Разве можно забыть твое лицо? Вот именно! Это блеск. Это капец, просто капец. Ты помнишь? Итер, круто было. Шоу-разис! Боже. О чем он говорит? О-о-о-о! Это песня, верно? Разве? Разумеется, песня. То, что звучало, когда мы с Итером произносили клятву на крови. Правда? Что,
клятва на крови. Серьезный договор, Питер. Эй, нет, постой. Конечно, я помню. Круто было, и та музыка. То, что я скажу, Нита. Хочешь, что происходит? Седла и ураган едины. Как тогда? Началось. Ты хочешь, чтоб я подпевал? Together till the end, got a feeling to fight. Cause the storm gonna raise till the end of the night. Давай, Питер! Едины! Roaring like a hurricane! Right! Эй, бармен, дай мне соломинку, у меня уши заложило. Ладно тебе. Что? Давай еще куплет. Давай! Что происходит? Together to the end of the road to the sky. Lightning strike twice, now it's time to fly. Пой со мной, Питер! Die strong and pouring rain. Так держать, Питер! Ну, иди же. А у немашки. Смотреть противно. Уходим, Грот. Славно! Ты теперь главный опустошитель. Слышал, Йонду отдает срок на Келне. Я? Нет, у меня новый отряд. Ты занимаешься тем своим делом? Нет, дружок. Корпус снова сапал моего подельника на Махлилия. Ну и ладно. Я нашел другого партнера по бизнесу. Скажем, в сфере скотоводства. Типа того. Только ни одна скотина не сварится после того, что она с ними творит. Да он просто придурок какой-то. Между тем я вспомнил, что мне пора. О, правда? Это облом. Что ж, слушай, Питер, я прошу прощения за то, что едва тебя не решил. О, да ладно, ты бы не выстрелил. Я бы выстрелил. Прямо в лоб. О. Но так не выступают с теми, кто шторм оседлал. Скажи, так что дарю тебе это взамен. Опа. Билет в Империю. Чудес коллекционера. Да, купил его в надежде найти время полюбоваться на диковинки. Ух ты, спасибо, это отпад. Пожалуйста. И запомни. Ладно, пока. Ловко, Питер. Могло быть хуже. Где ракета? Грызун покинул бар, как только понял, что тебя не убьют. Блеск. Ты понял, что меня не убьют. Можно мне пиво? Вот, бесплатно. Правда? Класс. Ну что ты? Не успокой ты его. Я бы закрыл бар. И вызвал санэпидемслужбу отскребать отовсюду твои мозги. Ясно. Ну, спасибо. Пожалуйста.
Нифига себе. Бесплатно. Понятно. Говорю тебе, это... Раскрыть тебе тайну? Я просто иллюзия. Призрак. Я боялся, придется провести остаток. Новый записон. Ну что ж, ребята, мы в баре все закончили, завершили дело. Встретимся с вами в следующей серии. Это просто какая-то дичь. Но давайте. Всем пока, увидимся в следующей серии.